Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої життю величезної багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні до нас у гості завітали представники Ради національних товариств Миколаївської області. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити Мурада Каймаразова, голову Ради старішин Ради національних товариств Миколаївської області, а також у гостях у нас Самір Оруджев. Це голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва. Я вас вітаю, дякую, що ви погодились на цю зустріч. Добрий день. Ви знаєте, очень радостно говорить о жизни большой многонациональной громады Николаевщины в том смысле, что очень прослеживается большая преемственность. Вот опыт поколений передается молодежи. Передается не просто в обычаях, в обрядах, а передается каждым днем своей жизни, и молодежь прислушивается. Вот именно этому будет посвящена сегодняшняя наша встреча. Мурад Джамалович, я знаю, мы с вами давно знакомы уже, в работе мы с вами лет 20, и помню, когда вы пришли к нам еще на радио Николаев и сказали, мы начинаем молодежное движение национальных обществ Николаевщины. Вы помните этот момент? Да, вот что двигало вами тогда? Дело в том, что вообще у нас и на Кавказе такое принято. Нужно, обязательно должна быть преемственность поколений. Но чтобы была преемственность, нужно передавать знания молодым, опыт свой нужно обязательно передавать. Несомненно, конечно, сейчас у нас очень масштабно пошло молодежное движение в обществах. То есть появились молодежные организации, а мы, то поколение, пытаемся передать свои знания. Вы, наверное, убедились, когда мы проводили фестиваль «Дружба», вообще, когда мы проводим, обратите внимание, основная часть – это молодежь. Это то поколение, которое будет продолжать. Но для того, чтобы все шло нормально, мы мудро должны передавать все это. Тем более у нас обновился Совет национальностей, а Лолита Каймаразова – молодое поколение, как исполнительный орган. И в Совет пришли молодые люди, вот рядом со мной – Самир Оруджев, он только начинал. А главная ценность, я заметил в этих людях, это любовь к своей родине. Но чтобы говорить о любви к своей родине, они прежде всего изучают культуру других этносов. И таким образом в них вот это формируется. Я с Самиром, когда познакомился, он подходил, советовался со мною. У них есть конгресс азербайджанцев Украины в Николаевской области. Это очень большая организация, председателем которой является Магерамо, вы знаете. Его, значит, он неоднократно помогал общественным организациям, в том числе и Совету. Вот. Но когда появилась молодежная организация Оруджева Самира, появилось ощущение молодежного движения во всех собраниях, во всех встречах, во всех праздниках, не только коллективных проектов, но и собственные проекты, которые проводит Оруджев, она подчеркивает любовь к своей родине. Мурад Джамалович, вы знаете, каждый раз, когда в любом движении появляется молодежь, ученые там, и вообще исследователи психологических каких-то явлений говорят, что молодежь – это как лакмусовая бумага. Она проявляет все лучшее или все худшее. Потому что, собственно говоря, вносится совершенно новая такая струя энергетическая, которая обнажает, собственно говоря, ситуацию, которая есть на данный момент. Самир, вы помните тот момент, когда именно на вас была возглавлена эта миссия? Почетная миссия и ответственная. Да, действительно, это было. Правда, вроде бы, как бы организация только вчера была организована, но, однако, уже в январе месяце, в конце января, организация... Какого года это? Это в 2016 году, то есть в следующем году уже будет 5 лет нашей организации молодежной, как она организовалась. За 5 лет мы проводили разные мероприятия, очень интересные. Вот мы сегодня вот даже некоторые частицы, так скажем, из событий принесли. То есть это фотографии, которые всего из разных мероприятий. Мероприятия всегда были интересны, как Мурад Джамалович подчеркнул, как мы в отдельности проводили мероприятия, так и при областном совете проходящем. Вот, когда вы уже стали подразделением Совета национальных обществ, какую цель вот вы лично, как лидер направления, ставите для себя и для общества непосредственно уже молодого общества?
Во-первых, это было очень удобно, так как в областном совете сгруппированы, так скажем, все общества национальные. То есть они приходят все вместе на совещание, обсуждают разные мероприятия, разные проекты, работают сообща, проводя разные мероприятия, приглашают друг друга, где не только наши мероприятия познают там николаевцы, но в том числе и познают также другие общества, там греки, русские, грузины, армяне и другие общества. То есть очень так богато и насыщенно происходит. Это и круглые столы, которые мы неоднократно в разных университетах проводили, и разные мероприятия, которые проходили на Советской, где горожане могли непосредственно участвовать в них. Концерты, гала-концерты, фестивалях дружбы и много-много других проектов. И также вот футбол мы проводили. Спортивные. Да, спортивные. Я знаю, что разные. Я перебью. Да. Он является как раз инициатором реализации этого проекта, футбольного именно проекта. Спортивного. Каждый год спрашивает, Мурат Джамалович, ну футбол будем делать? Ну надо делать, это же хорошо. Конечно, вот, хорошо. Да. Когда собирается много, знаете, таких активных молодых парней, которые готовы не просто развиваться физически, а готовы еще повести за собой, собственно говоря, в созидающее русло молодежь, национальне общество. Прекрасно, на самом деле. І зараз, шановні друзі, я хочу, щоб ви, знаєте, пересвідчилися тою атмосферою, яка панує на будь-яких святах, які організує Рада національних товариств Миколаївської області. Але, зокрема, акцент ми поставимо все ж таки на роботу азербайджанської молоді. Давайте дивитися. Thank you.
Шановні друзі, про життя та роботу обласної організації азербайджанської молоді сьогодні говоримо в рамках програми «Розмова на тему». І саме зараз хочу поставити запитання голові організації Саміру Оруджеву. Саміра, скільки сьогодні, наскільки численною є організація? Тому що свята прекрасні, багато людей, багато, знаєте, таких емоцій яскравих, життєстверджуючих, добрих, позитивних. І всі ми єдиною такою громадою проводимо ці свята. Між тим, хто в основі сьогодні організації стоїть? Значить, сьогодні сама, так скажем, за круглим столом у нас присутствует около 15 человек. Это актив, правление. Да? Это те, которые являются правлением. А в общем численности до 100 человек она находится, составляет. Значит, вы здесь показали разные фотографии, и я даже некоторые вспомнил. И, то как есть бы, это для вас был сюрприз? Да, да. Я, потому что некоторые фотографии такие... Призабылось. Да, призабылись. И я смотрю здесь... Вот хотелось сказать, мы не только работаем в том направлении, что мы горожанам показываем свою культуру, традиции, там, допустим, кухни и тому подобное, но, однако, в том числе мы свою молодежь объединяем. Тут здесь фотографии были, когда мы на День Республики собрались там около 50 человек, значит, мы организовали мероприятие для них на природе. Это были шашлыки, это были там... буглама, там разные эти самые, мы играли там в футбол, проводили разные мероприятия, конкурсы, танцы, и как бы на природе это все, это молодежь сплотила более, еще ближе, кто кого-то не знал, познакомился, то есть очень было интересно. Также здесь было, как мы видели, открытие школы, наша молодежная организация открыла класс азербайджанского языка и культуры, это в 10-й школе, да, я очень благодарен и управлению культуры, и образование. Также образование, так, да. Образование, и также директору 10-й школы Чайкиной Людмиле Андреевне, да, которая также способствовала, и мы с ней очень плотно с этой школой работаем, и в очень интересном ракурсе. Преподаватель в школе у вас, это наш местный николаевский азербайджанец или все-таки? Да, буквально вот на фотографии с детьми стояла, значит, преподаватель азербайджанского языка и истории, угу, которая преподает, в принципе, это, значит, эти уроки проводит. Самир, вот знаете, я сейчас задам такой важный вопрос, потому что вы уже новое поколение азербайджанцев, которые приехали в Николаевскую область. Вот как, знаете, вот момент адаптации в плане того, назвать новую землю, новую территорию, где ты оседаешь, родиной, батьковщиной, украинское слово у меня просится. Что для вас сейчас родина? Потому что вы видите, вы живете своими традициями яркими, вы хорошо их знаете, вы объединяетесь, разговариваете вы на чистом русском языке, акцент не прослеживается, однако вы почитаете и свою языковую культуру. И вот момент адаптации и в плане приятия нового места уже в качестве родины. Лично я проживаю в Украине очень давно, и я, в принципе, всегда говорю, я украинец другой национальности. У меня патриотизм, я бы сказал, может быть, где-то даже больше, нежели, может быть, в некоторых другой молодежи, самой украинской. А возможно, да, даже в Азербайджане, в Баку у кое-кого. Почему? Потому что на месте кажется все очень понятным и доступным, и каких-то вещах просто глаз уже, знаете, замыливается. А когда на расстоянии, оно обостряется до предела, какие-то вещи, и ценность их проявляется тоже ярче на расстоянии. Да, действительно, оно так. И даже вот продолжу, вот мне очень нравится украинский язык, и... К сожалению, в Николаеве особо на нем не поговоришь. Мы говорим на русском больше. Да, на русском больше мы разговариваем. Но украинский язык тоже очень интересный. И наша молодежь по поводу адаптации вообще адаптировались, так скажем, легко в Украине. Потому что здесь таких каких-то эксцессов или же там каких-то, допустим, стычек. То есть мы живем в Николаеве, вообще в Украине,
где не ущемляются наши права, либо не акцентируются по национальной принадлежности. Это очень важно, и я хочу, чтобы сейчас мы немножко пофилософствовали. Вы, Самир, как молодое поколение уже, и Мурат Джамалович, вы продолжите. Вы знаете, в чем основа все-таки понимания, приятия, и почему сегодня очень важен именно актуальный такой вопрос именно для жизни на Украине? Что надо сделать для того, чтобы удержать сегодня вот этот мир, хотя бы в южном регионе, для того, чтобы действительно он очень многонациональный? Самир, ваша точка зрения все-таки, и потом Мурат Джамалович уже подытожит. Я скажу одну простую вещь. Никогда не реагировать на провокации. Так. Конечно. То есть мудрость. Они, абсолютно верно. Они могут быть абсолютно в разной форме. Если даже это меня унижает, оскорбление, чего бы этого не было, мудрый человек, он ведет себя очень сдержанно. Несомненно, придет время, когда тот человек, который выражает подобные мысли, он осознает, что он совершил неправильный поступок. А когда речь идет о государстве, я один раз, когда у нас была с вами встреча, как-то сказал, что иногда бывает на бытовых условиях, да, противоречия. Человеческий фактор во всем. Абсолютно это верно. Это жизнь. Поэтому очень многое зависит от самого человека. Для меня Самир Аруджев является установившийся лидер. Лидер азербайджанской молодежи, за которым можно действительно идти, потому что его поступки решают абсолютно все. Человеческие поступки. Вы правы, потому что не по словам решается, а по поступкам. Поэтому у меня огромнейшее уважение к нему. И самое интересное, он же не просто говорит, что я представляю сегодня молодежную организацию. Он говорит, мы в компании с Конгрессом. Совет. Единый орган, где он ходит, общается, проводит праздники со всеми. То есть не отдельно он где-то что-то. Он работает с командой людей, которые сегодня как бы создан Конгресс, начиная с Киева, да, я так понимаю, да. Самир. И, соответственно, молодежные организации есть и в разных районах. Они коллективно это формируют филиал, свое, да? Видение. Абсолютно верно. Поэтому, когда я говорю о людях в целом, о сохранении, это все за счет того, какие формы отношений формируются внутри самой сообщества. Если появляются люди, их надо останавливать. Им надо пояснять, разъяснять. Поэтому мне, как старейшине, когда приходится все это видеть, моя задача остановить, посоветовать. Вот. И тогда уже, несомненно, никогда не будет никаких конфликтов. Ведь по сущности на нас же многие смотрят, какие мы акции проводим, какие мы встречи проводим. Конечно, мне бы хотелось бы, и ему, наверное, и Самиру хотелось бы, чтобы именно подобные программы проводились не только в нашем телевидении, проводились во всех телевизионных компаниях. Мурат Джамалович, мудрости вашей, конечно, да. Надо что воздать. Она должное. Что делает? Она сплачивает конечно людей. Же. Она нужна конечно. Нам. Самир, итак, в продолжении вот сказанного, потому что мудрость, опыт, это все понятно. У вас уже видение немножко другое, потому что вы молодое поколение, у вас, знаете, глаз заточен уже немножко на другие ценности, вещи, однако вы продолжаете то, что было начато старейшинами. Да, я хочу упомянуть слова Путина, который когда-то в России поднялся, ну, на небольшое время, там национальный вопрос какой-то был, и он выступал по этому поводу, когда он сказал, что вопрос национальный, который поднимают люди, национальный вопрос, это первые враги России. Потому что если этот вопрос будет поднимать, значит эти люди хотят разрушить Россию. То есть этот вопрос настолько он серьезный. В городе Николаеве, как и мы знаем, и мэр к нам на встречу приходил, тоже акцентировал внимание, что в Николаеве самое большее количество в Украине национальных общин, и национальностей и народностей. То есть у нас. А тем более, в принципе, по всей Украине так же самое. Поэтому нельзя этот вопрос, в принципе, поднимать. Потому что если каждого взять, у него есть в крови разные крови. Но, в принципе, по сути, все люди созданы от первого пророка Адама. И все от него пошли. Мы
Мы, может, разные, но мы как бы едины. Конечно, каждый человек хочет жить, каждый человек хочет радоваться жизни, видеть, как растут в мире его дети, как идет продолжение, появляются внуки. Но я не знаю ни одного такого, который бы этого не хотел в Можно своей жизни. Можно я добавлю, да? Пожалуйста. Вы знаете, когда меня часто с прессы спрашивают, вот какую вы программу проводите, подводящие итоги работы этнических групп на Николаевщине, я говорю, мы проводим фестиваль национальных культур. Да. Почему я подчеркиваю? Национальных культур, не национальных обществ, а национальных культур. А потому что общественные группы как бы инициируют Украину, что она многонациональная, а поддерживают школы, вузы, творческие коллективы, они приходят в общество, предлагают свои услуги и так далее. Это есть элемент стабильности в государстве. Говоря о многонациональной стране, чтобы не акцентировать внимание, как Самир говорит, на конкретность, вот это вот так, вот это так. Нет. И когда мне люди говорят, лидеры общин, я люблю свою родину, моя задача одна – развивать культуру моего народа. Это главная ценность, потому что, развивая культуру своего народа, он глубоко изучает культуру другого народа. Ну хорошо, а когда заявляется вопрос титульной нации? Я вам скажу, что вообще-то это не следует такого делать. Это вообще не должно существовать такого понятия. Ни в коем случае, слушайте, господа. Но я вам расскажу хрустальную ночь. Вспомните времена, когда происходили 33-е годы, что происходило в Германии. Когда вообще евреев как поколение хотели уничтожить. Ни в коем случае. Толерантное отношение к другим народам. В том числе, если мы живем в этом государстве, мы максимум должны делать все, чтобы мы чувствовали себя в этом государстве комфортно. А если кто-то пытается спровоцировать нас шантажами, всякими прочими делами, мы должны делать вид, что мы ничего не видим. У нас все прекрасно, у нас все хорошо. Мудрость должна проявляться. Конечно, Мурат Джамалович, конечно. Вы сегодня сказали самую главную мысль, и Самир поддержал, что мудрость, надо уметь услышать друг друга. Конечно, и конечно. Ставить акценты именно на умном каком-то заключении, и для того, чтобы действительно всем было хорошо. Очень мне понравилось, что, Самир, вы подчеркнули традиции ваши религиозные. Я знаю, что прекрасные праздники проводятся, и Курбан-Байрам – это один из них. Расскажите вот немного с вашего видения, что это за праздник и какова идея его основная? Значит, Курбан-Байрам мы в этом году праздновали, скажем, вместе с Конгрессом азербайджанцев Украины в Николаевской области, вместе во главе с Аладдином Магарамовым. Значит, там резались жертвоприношения. Как он проводится? Самая главная цель. Я знаю, что в течение дня замирает жизнь. Ну, как, в этот день три дня проходит праздника. Так. Три дня праздники. В эти дни можно приносить жертвоприношения определенные барана, там, корову, бычка или тому подобное. И три дня вот есть время, кто, если желающие есть, могут резать. После этого этот курбан делится на определенные части и раздаются, скажем, бедным людям. То есть, чтобы он как бы лучше принялись твои, так скажем, намерения, поэтому раздается. И в этом году мы также собрались с большой общиной, где также к нам и наш уважаемый мэр приходил, наш в том числе поздравлял. Нам было очень приятно это внимание. В общем, и, значит, мы также около 100 азербайджанцев за большим столом, значит, сидели все, значит, отмечали этот праздник, и он длился в течение дня, это застолье. А потом каждый, у кого-то есть и дополнительное намерение, каждый уже расходился и в кругу своей семьи также резали курбан, который какие-то потом... Какие-то есть моменты вот молитвы в этот период? Какова самая главная цель празднования? Ведь не только же застолье. Что да. символизирует этот праздник? Значит, праздник начинается с праздничного намаза, который проходит в нашей мечети, находящейся на Продольной 21. Значит, после этого только можно резать. Это курбан Исмаила называется. По поводу жертвоприношения, когда пророк принес своего сына
по воле Бога в жертву, но, значит, нож не стал резать, и это было для пророка как испытание, и он, значит, с рая были, значит, дано большого барана, который он вместо сына уже впоследствии уже резал этого барана. Такая символическая форма, да? Да, и после этого уже все придерживаются, как бы ежегодно отмечается этот праздник, и в том числе в Николаеве. И вы видите, как многолюдно у вас, больше 100 человек было за одним столом. Представьте, какая компания. Да, это мы 100 человек только, при, так скажем, при старте было, так. Потому что они потом уже меняются. Конечно, в семье это идет дети, да. Все собираются за одним столом. Это прекрасно на самом деле. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами, что вы поделились своим видением, своей философией жизненной, своей культурой в какой-то степени. Ждем вас еще, обязательно приходите, рассказывайте, давайте делиться. И таким образом я больше чем уверена, что, конечно же, в Украине установится мир и взаимопонимание. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.